Корбери или да, похуй потом. Ладно, поздно. Он на плече, скорее всего, логотип. Гербер. Где? Вон, на плече. Ну, разверни, вон. Да, да на плече, ёб твою дивизию. Это Андер. Ральф. А, Юспа. Гербер. А ты его не носишь, получается? Не, просто в нем очень жарко. Пока что. И гость программы, вот такой вот скида, который заберем себе. Ну и Вулрич. Короче, примчали после завоза. Сейчас будем у Степыча фоткать парочку вещей. Вот, уже там принесли свет. Будем фоткать, короче, на таком полу. Вот. Ну и, видимо, потихоньку переезжать к Степычу с вещами. Ну, в плане того, что фоткать. И сейчас у нас будет обзор. Вот такой какой-то Big Bon Max. Впервые увидели такую лапшу, сейчас будем свое экспертное мнение давать по поводу данного продукта. Ну, вот. Упаковка, по вашему мнению, как? Степан! Охуительно. Короче, упаковка классная, типа, ну, выглядит прям интересно, то есть, на что-то на богато. Так, вот так выглядит сама субстанция. Тут курочка с кусками. Суповая основа и вот такие вот перчики. Сейчас заварим, покажем, как это выглядит будет, ну, в конце уже. Короче, анбоксинг. Вот так выглядит это чудо. Степан, показывай. Вот такие вот еще пацаны у нас в коллекцию идут. Подожди, мне кажется, вот твоя. Тут у тебя больше этих приправ. Как хочешь, мне пофигу. Да. Вот такие вот еще пацаны у нас на подходе. Тупо заставляю вас идти готовить себе кушать. На хате, ну что? Я в ахуе. Первое мнение оценочное. Seems good. Нравится? Seems good. Нормально. 60 рублей оправдывают? Думаю, да. С таким бустом только. Стопинги. Иначе ты можешь не брать. Вот так. В общем, вот такие уловы за сегодня. Ждите в товарах пополнения. Вот это да, вот это повезло сегодня, Степан. На все бабки. Доброе утро, мужики. Не успел я показать все, что мы вчера уловили. Это вчера был просто жирный день, очень жирный, что подняло мне мораль. И подняло мораль то, что последние видосы собирают просто просмотры. Я очень рад стараться и рад, что вы цените мой труд. Короче, отдавали нам на установление вот такие вот тапки. Сейчас поставлю небольшой видосик, какие они были до. Тема была только в чистке вот этих вот деталей и задников. Вот. Ну и шнурки так по мелочи. Надо будет их еще чуть-чуть вот здесь подклеить. И в принципе все. Также цепанули вчера вот такие вот Nike. Надо будет их почистить и выставить на продажу. И самое главное, что мы вчера взяли. Самое главное. Вот такая вот скиду Napa. Просто в охренительном состоянии. Но увы, с одним нюансиком. Это вот такой вот косячок. Но благо он пошел по шву, поэтому завтра отнесу в ателье, все сделают красиво и не будет видно, будет вот так. Короче, просто пушка. Теперь, если кто помнит, кто олд, плюсаните в чат. У меня была зеленая Napa, в которой ходил в том году. Просто любовь моей жизни, но с которой, увы, пришлось расстаться ради контента, ради того, чтобы дальше его делать. Почему? Потому что у меня не было денег. Вот. И, увы, расстался. А тут, видите, спустя год, считай, ко мне приезжает такая же, только синего цвета и просто соска. Ну вот, сейчас занимаемся своими делами, чистим, доделаем кроссовки, после едем в студию, фоткаем вещи, берем краску, едем делать татуировку, после едем домой, по возможности, если успеваю, едем тренироваться. Дни очень насыщенные, просто нереально. Ну и скоро буду пробовать устраиваться на работу. И такими темпами я сдохну. Кроссовки почищены, 101-я, 102-я пара. Вот сейчас бегу за красочкой по-быстренькому.
плюс фоткаю вещи для ребят, и после уже едем колотить татуировку, какую покажу позже. Нет, а что? Нет. В общем, сейчас мы едем колотить татуировку. Надеюсь, я все с собой, все, что нужно, взял, и не получится никакой подливы. Короче, в студии Лизы мы колотим Лехе татушки. Сделали коррекцию старой, вот моя старая еще работа. Будем делать ему вот такого вот паренька маленького на вот эту часть руки. Сейчас будем искать Леха. Я, как человек такого, таких взглядов... Вот такого пацана мы сделали. Чё, как проводите уроки физры, мужики? У нас тут вот такие всякие прикольчики. Приехал я с учебы, дел по горло, надо переезжать, забирать сейчас все вещи, продавать рубашку, потом отправлять сразу Рибок Олимпийку, забрать там вещи, которые я заказывал для съемки видосов, и потом сразу ехать по делам. Времени категорически мало, еще запрягают родные. Крышняк едет, но двигаемся. Сейчас постараюсь тебе что-то поснимать. Очень хочу в это верить. Короче, показываю, что здесь. Короче, нам пришло вот такое вот крепление, переходничок для телефона. Вот. И вот такое вот крепление на грудь. Поэтому теперь завозы будут сниматься вот так от груди. Ну и в целом какая-то часть видосов. Поэтому плюс, так сказать, контент для вас. Вот. Заморочился, купил, нашел. Чуть позже протестируем. А вот такая олимпичка Рибок у нас уезжает в другой город, в Рязань. Дал на ремонт НАПУ, позже покажу результат, как там, что с ней сделали. У нее была порвана подмышка. Опа! У нас еще не до конца закончился переезд, поэтому пока что все в машине вон там. Вот, сейчас едем продавать Олимпийку Adidas. Как-то вот так выглядит это приспособление примерно. Вот, сейчас я накину куртку, будем доставать потихоньку Олимпийку. Вот, как-то так теперь будут съемочки у нас идти, то есть от груди. Так, непривычно на самом деле, непривычно очень так снимать. Ты не держишь в руках ничего, по сути, у тебя вот все перед тобой, считай. Так, нам нужно достать Олимпийку Adidas. Вот такую вот Олимпийку, короче, сейчас должны продать. Ну, я на это очень надеюсь, и я в это очень верю. Пока. Распакуем, так сказать. А тут творится полная жесть, как видишь. Просто бардак. С того, как продадим, сразу едем это все убирать и после работать. А пока сидим и ждем человека. Еще надо только осталось заказать крепление на голову. Я это сделаю в ближайшие дни, чтобы можно было снимать не только вот так от груди. Можно было снимать еще из головы. Я думаю, это гораздо интересней. Я думаю, вы узнаете это место, это подвал моего дома, где я тренировался, и теперь вот здесь будет расположен наш склад вещей. Вот так это все будет выглядеть, что тут, что тут. Короче, здесь теперь так все подготовлено, вымыто, вычищено, теперь вот такая вот здесь халабудка. Сейчас все будем переносить и потом едем работать. Работаем, мужики, работаем. Работаем, мужики, работаем. Долбаный Яндекс.Навигатор. Куда приехал? Короче, сейчас на вот таком вот агрегате делаем
настройку ручничка. Будем выгонять, смотреть, что как. Ну, уже нормально. Ну, вот. Сейчас будем выезжать. Короче, вон там пацаны работают, Серега. Вот. А вот я тут сижу. Идем на тренировку, после забираем две пары кроссовок, которые нам отдавали на восстановление. После едем к Степычу, делаем кроссовки. Я снимаю тебе на них обзорчик небольшой. После иду к своей, спим. И завтра уже покажу, какой будет распорядок дня. А пока приступаем к тренировкам. На свободу, с чистой душой, так сказать. Сейчас бежим домой, хватаем крепление для камеры, после забираем кроссовки, и все, дальше едем. Показываю, что у меня приехало. Первое, это у нас вот такие вот Adidas Special. Да уж. Короче, работа предстоит нехилая, благо хотя бы замша вроде как не убитая. И, в принципе, надо почистить и восстановить цвет. А вторые кроссовки, такие же Adidas Special, только в синем цвете. Тут чистка, плюс у нас вот здесь надо будет проклеить вот это вот дело. А то совсем, как видите, разошлось. Так. Доброе утро, мужики. Опять на пару дней я выпал из-за отсутствия какой-либо движухи, но конкретно я просто в работе, еще раз в работе, и ничего нового. Сегодня учимся, после едем делать паутину на локте парнишки в нашу новую студию. Как раз я сделаю обзор, покажу, где находится, что и как объясню. Вот. Суббота, воскресенье, суббота с утра завоз, после в 2 часа и до 12 ночи мы в смене в доставке, и воскресенье точно так же. А в понедельник мы идем учиться. Знаете, пацаны, никогда я еще так не ценил детской, такой безответственной, легкой жизни, как сейчас. Это настолько круто было. Так что, пацаны, не спешите взрослеть. Доброе утро. Сейчас идем на завоз, а после работать, надеюсь, возможно, не факт. И расскажу тебе некоторые новости, которые у меня появились в жизни. И сегодня будем тестировать, наконец-то, в кои-то веки, крепление на грудь для камеры. Будем снимать. Делаю шат, как Лэмпо, взял победу, как Бэкхэм. Сегодня у нас, мужики, модный. И открытие старого нового секонда Меги на правом берегу, где это у нас изначально располагалось. Только они переехали, теперь переехали обратно. О. Это вообще что-то странное. А, вот только... Проститутка.
резко. Что-то, короче, на нем нарисовано, ТНФ-ка. А он вроде этот рефлективный. И еще что-то под ней. Там то ли томик паленый. Да. Паленый, да. Понял, прикол. А так мы одну все собирали. Два. Что-то вы злые какие-то сегодня. Не знаю. Это не у меня надо спрашивать. Нет. В планете мы там все... Короче, что по улову? Андер, штанцы Найк, какашечки. Такой вот Адидас. Это регата у нас. Еще Найк. Это Ральфик. Это Кельвин. У нас Адик. Ой, Лакост, что такое? Пола. Бирки обычно, Найковская. А я не помню, даже они писали, что в Байк. Томми. Адик. Это я цепанул. Адик. Бенетон. И Юспа. Что это? Томик. Бёрбери. А это Бёрбери. И теперь сюда смотри. Шоколадка не сама. Арт. Да, Барбара. А у тебя Санёк? Это... Ну, это я девушка. А, Ральфик. Да. Короче, тут у нас вот такой вот Nike баскетбол, ногой Кельвины, такие вот парнишки подлетели, Хелик, ну, Бенетон, Хилфигер, Nike, Asics, Барбур и Adidas, вот такой ТНФ, капец какой плотный, Тимбер и Nike. Короче, вспоминаете виды, да, немного? Она вроде по тебе прям. Не-не, по мне, да, но у меня типа это, сейчас отгляжу. Это тупо для делового стиля. Оп. Это не класс. Для девочек. О, иди сюда. Пали. Ну, типа вообще слишком грустно. Такой вот Джекич. Еще парнишка висит. Приятный. О-о-о, иди сюда. Давай я вот так буду. Угу. Адик. Угу. Короче, с хорошими бирками. Прикольный Армани. Как мы брали. У-у-у, слушай, классный. Такой дедовский. И капа. Смотри, на какой-то. Это медаль какая-то целая. Короче, также вот такие вот пацаны от Versace. Versace Jeans Couture. Какая-то еще вон штука. Paulin Shark. Кстати, выглядят они прям непонятно. Оп. Своеобразные пацаны тоже. Как? Ну. Короче, это вообще шо? Чил с максимально странным материалом и вот с такой вот подкладкой. Очень странная вещь. Очень странная вещь. Очень. Найкос, микропух. Время 16:00, я еду за Kia Optima.
заказы идут. Вот, за, получается, за все время работы, сколько там, 2,5 где-то часа, заработал 800 рублей. Радует, радует. Но это выходные дни, заказы в выходные дни всегда идут. Все отдыхают, короче, такая движуха. Вот, поэтому работаем. У нас еще до 12 ночи очень много времени. Очень много времени. Работаем, мужики. Работаем. Доброе утро. В общем, на восстановление нам отправляли две пары. Сейчас покажу, что это такое. Более детальный, так сказать, обзор. Первая — это у нас пара Adidas Peugeot. Сам видишь, что им не очень хорошо. Максимально не очень хорошо. Ну вот, не знаю, правда, зачем такие кроссовки восстанавливать. Их просто донашивать надо, да, мне кажется, и все. Ставить на полочку и просто наслаждаться как памятью. Первое. И вот вторые. Тоже Adidas Peugeot. Тут у нас чистка, покраска, восстановление формы, ну и всякое такое. Там только чистка и подклейка. Так что приступаем. Короче, вот какой результат уже получается сейчас. Почищенный кроссовок. Я понимаю, что чистить кроссовки таким образом — это не весьма хорошо для замши и так далее. Но когда кроссовки в таком состоянии, я другого способа не вижу, только как чистить их с водичкой, со специальными средствами, которые предназначены для кроссовок. Иначе просто это не очистится, а тут уже, в принципе, кроссовки-то подошли к своему почти концу в плане состояния. Поэтому, думаю, ничего страшного здесь не будет. Чтобы такого не было, надо следить за своими кроссовками, после каждой прогулки чистить, ухаживать, ставить распорочки, покрывать водоотталкивающим средством, и тогда все будет хорошо. Итог чистки вы видите пока что сами. Нам предстоит еще покраска. Вот теперь они выглядят примерно вот так. Правда, у меня все заляпано грязью. Даже телефон, чтобы вы понимали, аналогично. И сейчас будем еще чистить стелечки, подклеивать, приклеивать, потому что видите сами, что это вообще полный ужас. Давайте приступать. А вот вторая пара обуви. Ну, я тебе, собственно, ее показывал. Кстати, сейчас я ищу себе видеокарту, вот такие вот наушники присмотрел, на которые я буду копить. Почему? Потому что я хочу заново возвращаться к стримам. Напиши, интересно для тебя будет такое или нет, я обновлю видюху, постараюсь, по крайней мере, это сделать, для того, чтобы более качественные игры мы могли с тобой снимать. Потому что я, правда, очень сильно горю желанием стримить. Но, как помнишь, алды, те, кто на месте, все, кто смотрел, всех крепко обнял. Я очень сильно выгорал на стримах, потому что не получал должного, чего хотел. Люди, которые меня поддерживали, я их крепко люблю, крепко обнимаю, но, увы, чего-то мне не хватало, я выгорал, и все. И это грустно, я не хочу останавливаться на этом, хочу развиваться, расти, двигаться, вот, и хочу попробовать себя заново в этом. Как тебе идейка? Напиши в комментариях, пожалуйста. А пока будем чистить. В общем, сейчас еще почищу заодно свои берлины и попробую их покрасить, если успею. В общем, спецы почищены. Сейчас я их дотру и надо будет клеить. Позже покажу свои последние покупки. В общем, берлины почищены. Осталось теперь только подкрасить. Пока другие кроссовки сохнут, будем заниматься своими. По-быренькому сейчас хватаем еще парочку вещей, которые нам надо замерить и дать человеку померить. Это... вот такая ветровочка Lyle, позже тебе ее покажу, но ты ее видел. И свитшот Tommy Hilfiger. Побежали. Заправиться заправили, сейчас купим водички, что-нибудь сладкого и едем работать. Работаем, работаем. Никогда не любил, пацаны, лифты, а мне теперь еще и на 17 этаж ехать, чтобы вы понимали. Думаю, такими темпами можно будет скоро начать делать обзор на лифт. Как по мне, вот этот лифт неплохой, едет хорошо. Я поставлю ему 9 из 10 за приятную теплую атмосферу, но не очень лифт. Трэшовый контент, который ты заслужил. Что поделать, снимать-то нечего особо. Короче, то, что тут два зеркала, типа однозначный плюс. Ну, в общем, лифт неплохой, немного грязноватый, но так устроит. Пойдет. Да, не помешало бы его почистить, конечно.
Таким могу сказать однозначно лучший лифт, который я видел за последнее время. Тут даже есть вытяжка, чтобы вы понимали. А вот это вообще какой-то нонсенс. Это какой-то бублик. Я бы его так охарактеризовал. И...